Всем здорово, друзья! Сейчас 6 часов вечера. Давайте вместе с вами проедемся по Троещине на велосипеде. Итак, погнали. Видео будет без монтажа. Так, наш первый парк. Парк, который находится возле Радужного. Я думаю, многие знают его. Так, друзья, поехали на Флоренцию парк. В основном для тех, кто находится в других странах и соскучился по родному району Троещина. Друзья, это район Экомаркета. Кто любит велопокатушки, подписываемся на канал.
вот мы подъезжаем уже к парку Флоренции. Не, ну так мы ездить не можем. Так, придется, наверное, подождать время на светофоре. Или же не ждать, поехать на круг. Есть подземный переход. Так, поедем на круг. Дорога здесь желает быть лучше. Сейчас большое количество людей за границей, переселенцев в Украине. Вот смотрите, что в данное время. Видео снимаю день в день, буду заливать его также. Сегодня 24 апреля. Вот так вот выглядит кинотеатр Флоренция. Кто соскучился, кто давно не был в кинотеатре, пишите комментарии, кому вообще интересен такой контент. Так, сейчас, друзья, мы на въезде в парк Флоренция. Раньше здесь очень часто прогуливались. Посмотрим, сколько здесь людей. Деток у нас играет много, как видите. Так что в Киеве Киев живет своей жизнью.
Так, ладно, друзья, поехали дальше. Пишите, куда хотели бы, чтобы я съездил. Буду все показывать, как есть. Друзья, сейчас подъезжаем к фестивальному. Да, дороги, конечно, не из лучших.
ты, какая новая площадка. Смотрите, как много детей. Клевое место. Опять новое место. Смотри, трещины меня радуют. Все новые и новые места. Все съезды новые сделали для велосипедов. Так, друзья, сейчас с вами поедем. Уже сейчас мы находимся на Сабурово. Круг Сабурово. С вами подъедем на торговый центр.
Вот наш торговый центр.